kidnapped for this, or is this a way to do it cheaply because these guys are and ladies? Кусок говна и бочи, блядь, сука, нахуй, заебали, блядь. I love how ruthless he is. Very badly. Arlene, I gotta know how I get 20% off my retail purchases. Well, we're gonna hear. We let him talk. Hooray! Oh my god, you have such bad... Ugh, my old... Yes, sir! Is both a mechanism for investigating a case and getting information and causing people to come in. For your mud. Боже мой.
Blow up. Unbelievable. И 90 секунд подробностей. Узнаете о сегодняшних праздниках, памятных датах и о том, каких людей подарил нам этот день. 1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-18 годов. Был установлен федеральный закон. Ой, все попало, все, капец, все. Да попалось за волосы, все, капец. И за волосы тянет. Ставший первым военным конфликтом мирового масштаба. Однако в период советской власти Первую мировую сейчас этих бабки растащит. Держав. Возрождение истинного понимания пережитой трагедии началось в 90-х. По приблизительным подсчетам, в Первую мировую за веру царя и отечества сложили головы 1 600 000 жителей Российской империи. Смотри, стоит под каблуками ему мужику, видишь? Все ноги стоптал. 1 августа 1941-го сейчас все равно пнет. Главнокомандующий СССР Иосиф Сталин подписал приказ об организации Главного управления тыла Красной Армии. Также сегодня день образования службы специальной связи России. Видео снимаем быстро. Номер. 1939 года. Нынешнее ее название Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр». Сейчас этот мужик очень навпекает. Того, 1 августа в нашей стране отмечается Всероссийский день инкассатора. Служба инкассатора. Ух, она еще по байкам кричит.